Заполярная глубинка богата талантами. Во многих селах округа есть свои творческие коллективы. В Амдерме почти на каждом празднике играет свой вокально-инструментальный ансамбль, который носит название поселка. На концерте группы, которую за пределами Амдермы услышать непросто, побывала и наша съемочная группа. Лидер коллектива Сергей Харс не стремится к мировой известности. Музыканты работают почти не выезжая из поселка, в том стиле, который попросит публика. Российская эстрада, советская эстрада, собственные произведения. Захотят амдерминцы услышать какую-то песню, ансамбль подберет аккорды, проведет пару репетиций, и уже на следующем концерте прозвучат знакомые слова, которые иногда подхватывают и заезжие гости. Вырос коллектив из простых жителей поселка. Сергей Харс по совместительству директор Дома культуры. Барабанщик Андрей – инженер по ГСМ. Гитарист Виктор работает завхозом в местной школе. А за клавиши встала супруга Сергея Харса – Татьяна, юрист Амдерма Сервис. Очень просто, понимаете, как во всех коллективах. Пришли люди, захотели участвовать, захотели играть. У них тяга к музыке, и коллектив организовался. Получить известность в рамках округа коллективу непросто. Хотя музыканты и давали концерты за пределами Амдермы, гастроли влетают в копеечку. Дело в том, что у нас сильная аппаратура, ее вести, это очень много денег надо, чтобы ее потом привести. С подачи администрации Заполярного района Амдерме организовали концерт в Усть-Каре. Музыкантов приняла на борт делегация во время одной из рабочих поездок. Аппаратура с трудом поместилась в Ми-8, а для доставки ее к поселковому клубу пришлось выгонять снегоуборочный трактор. Конечно, есть. Это хочется как-то немножко так приподняться, как говорится, чтобы хотелось, чтобы люди знали, что есть Амдерма, что Амдерма жива. Посему песни коллектива звучат в основном для амдерминцев и гостей поселка. И не ради известности, для души. Если человек скал, такой поселок, спасково название Амдерма. Дмитрий Щепанов, Александр Усачев, телеканал «Север».